поджигаем лучинку. Самым лучшим топливом для самовара является уголь. Он дает больше жара, гораздо больше, чем древесина, и не дымит. Ну, вот у нас замечательно разгорелся огонь внутри самовара. А если он горел плохо, то на помощь приходила труба. Труба использовалась для усиления тяги. Причем есть особая хитрость. Трубу нужно располагать от ветра, да, чтобы ветер, вот откуда он дует, чтобы он проходил через поддувало, через кувшин и выходил из трубы, да, по своему направлению. Поэтому мы располагаем от ветра. А также для усиления тяги, особенно когда топили, да, углем, использовали сапог. Подобно гармошке его складывали, вот, помещали над самоваром в продолжении жаровни, плавно опускали, резко выпрямляли, плавно опускали, резко выпрямляли. И вот такой насос подкачивал кислород и помогал разгореться огню еще лучше. Дорогие друзья, топить самовар следует на ровной, не горючей поверхности. Это очень важно. Кажется, шумит. Давайте проверим. Так. Вот он, белый ключ. Друзья, останавливаем нашу топку. Оп. Нам осталось заварить чай. Все просто. Ополаскиваем чайничек кипяточком, закладываем в заварочный лист и заливаем кипятком из самовара, а затем помещаем наверх наш чайничек на специально предусмотренную для этого конфорку. И именно поэтому наш чай из самовара получится особенно насыщенным и ароматным. Хороший чай должен быть как поцелуй, крепким, горячим и сладким.